Привет, геймеры! Гринлунд на связи. Мы находимся в мире юрского периода. И тут произошло обновление. Появился новый VIP-динозавр, который называется Акроконтозавр. И сейчас будем его детально рассматривать, изучать. Так, его еще найти надо. Пожалуй, вот тут он у нас живет. Вот. Акроконтозавр. Посмотрим на него поближе. Вот так выглядит обычный акроконтозавр самого первого уровня. В нашем случае нам показывают на 10 уровне. Все равно одинаково не выглядит. Такой вот он серый, неприметный, немного какой-то несуразный, что ли. Такие лапки коротенькие, сам огромный. И тут информация о нем. Информация с первой эволюции приблизительно так: акроконтозавр означает ящерица с шипами. Этот хищник похож на тираннозавра с горбом. Ну, давайте смотреть дальше. Второй уровень эволюции. Вот появляется у него на боку желтая полосочка. Становится он уже повеселее. Но все равно какой-то такой серенький, обычный. Значит, написано тут, что при росте 38 футов динозавр весит 6 тонн. Акроконтозавр был одним из самых больших наземных хищников, когда-либо существовавших на нашей планете. Поехали на третий уровень эволюции. И тут уже у нас раскрасочка поменялась. Синего добавили, как будто кто-то на него ведро синей краски опрокинул. Ну, учитывая его размеры, не ведро, а целый бак синей краски. Так, что у нас тут? Лучше всего сохранившийся скелет акроконтозавра был найден в Оклахоме и называют его Френ. И вот он, четвертый уровень. Смотрите, какие у него появились позвоночные такие наросты, шипы. Такой красивым его не наживешь. Больше куда-то в панк-культуру он. Туда куда-то. Такой панк от динозавров. Акроконтозавр имеет очень короткие передние конечности. Настолько короткие, что он даже не может почесать свою шею. Эх, не везет тебе, дружище, шею почесать не можешь. Так, вот так он выглядит у нас в глоссарии. Вот крутится тут. Давайте, мы должны были его разозлить немного. Ну, совсем не хочет злиться. Давай, покричи на нас. Вот так вот, даже слюни разлетелись. Вот такой вот новый динозавр. Что у нас по здоровью? 2873. И атака 1097 с хвостиком. 1000 с хвостиком. Вот максимальный уровень у нас. И давайте его где-нибудь испытаем в бою. Что у нас тут? Посмотрим. Можем ли мы здесь его испытать? Плезиозавра тут нам предлагают выиграть. Ой, здесь, пожалуй, нам его испытать не получится. Слишком какие-то крутые все соперники. Давайте пойдем тогда на PvP и на обычный player versus player. Так, выбираем нашего акроконтозавра. Так, сколько там у нас 2000 жизни было? Где-то он сейчас должен появиться у нас здесь. Или проехали уже мы его? Проехали, вот же он. Так, тут нужно подумать, кого мы ему в компанию возьмем. Взять трех хищников приблизительно одинакового уровня. Ну,
возможно, возможен такой вариант. Можно еще птеродактиля одного взять, птерозавра. Давайте так, возьмем спинораптора, акроконтозавра и, например, дарвиноптеруса. Ну тут как карта ляжет. Могут и сложного соперника нам подкинуть. Ну, тем будет интереснее с ним сражаться. Наша задача что? Посмотреть, на что способен акроконтозавр. Так, сигнозух против нас 11 уровня. Ну, мы ему сразу зарядим. Так, чтобы ему неповадно было ходить в наш райский сад. Так, ушел сигнозух. Пришел спинораптор. Спинораптор против спинораптора. Ну что ж, сохраним себе 2 балла на потом, про запас. И он сохранил. Мы 2 защитки кинем и 3 сохраним. Он тоже пятерочка будет атаковать. Да. И пробивает нас. Пробивает защиту. Ну вот теперь самое время посмотреть на атаку акроконтозавра. Атаку, пожалуй, мы его с 2 вынесем. И поставим какую-нибудь защитку. И 4 сохраним. Вот так просто хвостом в бочину. Тут сигнозух пришел. Недобитый. Еле теплый. И мы его, давайте покажем. Покажу вам просто самую крутую атаку акроконтозавра. Семера и 1 про запас кинем. Вот он как. У него стандартная анимация. Такая, как у ряда двуногих хищников. Вот так вот просто загрыз нашего соперника, и нас тоже прибили. А сейчас будет сложно, ребят. Сейчас с 5 мы его вроде как не выносим, а он-то нас выносит с любого. Или с 5 вынести его. Ну вот это расплата за атаку. 1, 2, 3, 4, 5. Не получится у нас вынести с 5, или получится? Получилось, повезло. Отлично. Дарвиноптерус наш победил. А еще крутнем колесо удачи. Веселый такой звук. Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Что нам, мясца подкинут? Или листочков? Мясо с салатиком. Ну хорошо. Не, второй раз не хотим крутить. Если вам видео понравилось, поставьте лайк. Напишите в комментах, понравился ли вам акроконтозавр. Спасибо за внимание. С вами был Гринланд. Пока-пока.